Насуваються холоди, і вже незабаром у комунальних платіжках з'являться суми за опалення. Як зекономити і при цьому зберегти тепло у квартирах – питання, що турбує, певне, усіх. Є як бюджетні, так і дороговартісні варіанти. Отеплення фасаду багатоповерхівки стане десь у 1 мільйон гривень, кажуть експерти. Значно дешевше замінити вікна та двері. При тому, що результат буде майже однаковий. Що утеплення всього дому принесе... Результат около 15%, что замена одних окон и дверей принесет утепление в районе 10-15%, если работы выполнены качественно и оформлены правильные стеклопакеты. Вот. И в экономию в 25-30% для жителей дома может принести правильное получение и распределение теплоносителя. То есть вот сейчас на... В трех домах ОСББ, председателем которых я являюсь, мы ставим тепловые насосы, которые позволяют теплоносителю быстрее проходить. И это позволяет уменьшить теплопотери на этаже до 1 градуса. Де взяти кошти на теплозбереження? Фахівці кажуть, наразі однією із програм є теплі кредити. Держава компенсує від 40 до 70% витрат. Решту ж мають зібрати самі мешканці. Если это теплые кредиты, то нужно на сегодняшний день уже залаживать процедуру и механизм их оформления, потому что это занимает 2-3 месяца. То, что следует в обязательном порядке, особенно всем ОСББ ставить, насос и погодный регулятор температур. И таким образом мы можем на 25-30%, ну, не буду говорить больше, все зависит от стен дома, реально экономить сумму платежек жильцов. То есть окна, дом, погодный регулятор и насос, и... Четвертий момент – это требовать нормального, понятного формирования тарифа за тепло.